Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся играть прием флажолет. Он играется на гитаре так, на 12-м ладу. Ну а теперь давайте разберемся, как он играется правильно, чтобы он у вас всегда получался. Во-первых, для этого нужно найти 12-й лад. В конце 12-го лада есть металлический порожок. На нем мы кладем палец, легко прикасаясь, не давя струну, легко прикасаясь, мы извлекаем звук, после чего мы убираем палец, не сразу. Кроме 12-го лада, мы можем это еще сыграть и на 7-м, и на 19-м ладу. Звучит оно так. Как вы услышали, звучание одинаковое. Сегодня мы узнали, как играются флажолеты. Играются они на 7-м, 12-м и 19-м ладу. Благодаря этому мы теперь можем импровизировать любые простые мелодии. Если вам это видео оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока!